Приветствую, друзья, с вами снова Римас. Ну что ж, Форест, возвращаемся в эту замечательную игру, которая еще находится в разработке уже сколько лет. Это наш сынок, как всегда, и мы замечаем здесь что-то новое. Я так понимаю, немного самолет поменяли, да? Интерьер прям уже другой. Как всегда, у нас происходит катастрофа. Добавили музыку. Ой, люди улетают. Что-то реально новое. Давно мы с вами не заходили, не смотрели эту замечательную игру, которая, как я уже говорил, находится в разработке. Прекрасно. Сейчас самый замечательный человек покажется нам и заберет нашего сына. Наша задача — найти своего сына и выжить. В первую очередь выжить, наверное, да, или найти, ну, или это, или другое. Превосходно. Да уж, аборигены тут, конечно, жесткие. Они могут нас сразу же ушатать на месте. Превосходно. Все мы в крови, как всегда, начинаем с самолета. И давайте полутаем, посмотрим, что здесь. Нашли iPad или iPhone. Что-то вроде того. Пяточку целовать не будем. Как это я делал, помните, в... Давно-давно, еще это было в прошлом году. Так. Спокуха, вот эту тоже заберем. Еще раз пройдемся. Как говорили, разработчики обновили графику. А что здесь добавили? Новые шейдеры, новые текстурки. Оптимизацию чуть-чуть подправили. Топорчик, самое главное, не забудь взять. Наша красавица, как всегда, здесь лежит. Ну что ж, хорошо. Вот он лес, вот он наш самолет. Смотрите, самолет как-то по-другому выглядит, да? Не как это было ранее. Тем более, смотри, какие-то блески появились, как я уже говорил, шейдеры добавили. Давайте посмотрим платы, где-то здесь находится. Вот здесь вот где-то, да? Так, с этой стороны. Что такое здесь? Платы. Платы, вот они. Платы берутся для того, чтобы можно, ну, мы сможем изобретать разные бомбы и так далее. Дождик начинается. Так, это нам не надо. Надо оглянуться. Посмотрим, вдруг сейчас каким тут индейцы высматривают нас в качестве пищи. Спокуха. Так. Пока вроде бы все нормально, тишина, никого не видим, никого не слышим. И это хорошо, самое главное, чтобы нас не видели и не слышали, чтобы мы смогли нормально, как говорится, освоиться. С вами мы попытаемся построить себе новое убежище, ну или домик там, или палаточку, чтобы мы смогли сохраниться. Здесь, кстати, добавили кооп, возможно, мы с Шимурычем будем здесь вместе выживать, как говорится. Тоже хорошая идея. FPS у меня стабильный, показывает 59-60. Это радует, действительно, потому что, ну, такая красота. Вы просто посмотрите, графика просто охереть, как красота. Так, я эту карту забыл уже, вообще игру забыл. Вроде бы нажимаем А, и у нас появляется вот такая вот меню. То есть в этом меню мы сможем кушать здесь, крафтить и... Так, коктейль Молотова. Давайте вспомним коктейль Молотова. Правая кнопка мыши. Берем тряпочку и крафтим себе коктейль Молотова R. А, нет, не R, а правая кнопка мыши. Прекрасно. И можем взять вот так вот. Отлично. Так, еще раз, давайте возьмем коктейль Молотова вот так вот в руки. Во, прекрасно, уберем его. Ага, видите, уже его убрать нельзя. То есть здесь все реалистично и красиво. Мы сейчас с вами без коктейля Молотова остались. Еще раз, правую кнопку мыши сюда, правую кнопку мыши сюда. И создаем. Ремув. Прекрасно. Ну что ж, идем. P, close, закрыть, отлично. Так, ну что, давайте подальше отойдем от леса.
Нам здесь лес не нужен пока. Надо поближе к берегу, я так понимаю. Ну, тоже лес, по идее, вообще-то нужен. Это что такое? Камушка как-то торчит непонятная. Лес нужен, потому что он дает нам древесину, а древесина нам здесь нужна. Мы сейчас с вами попробуем найти какое-то хорошее, уютное место, где мы сможем там освоиться. Начать, как говорится, Что за херня? Возведение... Так, упали. Так, ну что ж, водичка, видите, вот какая. Вроде бы она... Нет, ее, кажется, чуть-чуть изменили, но все равно что-то не хватает. То есть отражение воды не соответствует с местностью. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я как сын художника могу это заявить. Да, действительно, музыки не хватает. Сейчас бы какая-то такая эпическая музыка. Ну что ж, давайте посмотрим, что мы будем строить сначала. Откроем книжку свою. Где она, кстати? Книжка где-то здесь была. Вот она. И нам здесь сразу же показывают подсказочки. Чтобы развести огонь, нам нужно листья и ветки. Я так понимаю, да? Можно такой костерчик сделать. Или такой. Нам нужны камушки. Или бревна. Так, давайте вот это порубим дело. Превосходно. Это что такое, грибочек, что ли? А если мы ее сидим, наверное, мы отравимся, да? Не будем, наверное, как говорится, рисковать. Ягодки тоже здесь всякие бывают и ядовитые. Самое главное, оглядываться вокруг, смотреть. Вдруг какие-то индейцы нас уже выглядывают, и мы для них не как человек, а как источник пропитания. Так, веточки мы уже взяли как максимум, да, мы уже все. Да, у нас уже лимит. Давайте мы с вами найдем камушки. Побольше камушек. Они, кстати, находятся у берегов. Вот камушка один, прекрасно. Так, это нам не нужно. Я кого-то слышал. Я здесь кого-то слышал. Так, ладно, мне, видимо, показалось, потому что я такой пугливый, не люблю всякие такие игры, где вроде бы ходишь, потом раз и на матрас, да, там где-то появляется какой-то абориген и облизывается и смотрит на тебя, думая, вот, сейчас я пообедаю. Нет, такие игрушки меня, конечно, пугают, хотя в жизни я не такой пугливый. Так... Смотрим. Я сейчас ищу камушки. Побольше камней. Чтобы развести огонь. Разведем с вами огонь, а потом уже будем думать о строительстве нового убежища, как я уже заявлял ранее. Так, веточки мы брать не будем. Не сможем даже. У нас уже максимум. А вот камушка. Прекрасно. Пока светло, нам надо воспользоваться этим моментом, ибо когда темно, я, наверное, не смогу уже так свободно ходить. Хотя, с другой стороны, я помню, когда я еще играл в прошлом году, помните, да, у нас была рубрика на канале, именно по этой игре. А ночью мы хорошо как бы могли замечать врагов, и это очень сильно радовало, да, ну, немного пугало, потому что ночью они чем-то освещались, возможно... светом луны, а может быть и так. Так, ну что ж, давайте вот здесь вот, наверное, с вами выберем место, да? Я думаю, хорошее место здесь, и начнем возводить костерчик. Потом будем рубить дерево и делать всякие построения. Так, костерчик. Угу. Костры. Вот это вот так вот сделаем. Вот так. Ой, здесь надо бревна, нам придется много делать. Нет, давайте еще раз вернемся. Вот, у нас есть камни. Прекрасно. Так, еще два камушка осталось. Еще два камушка осталось. Так, а костер мы увидим его, да, я надеюсь? Издалека. Ну-ка посмотрим, давайте вот здесь один. Ой, паучок. Убить его не можем. Ну и зачем его убивать? Кстати, вот этот... Да почему я, типа... Отлично. Так, кстати, давайте броню себе подправим. Чего?
Че? Не, не то. Не то. Так, еще раз. Отлично. Немного мы с вами... Вот, видите, как мы... О, кстати, смотрите, как броня надевается. Этого вроде бы не было ранее, когда я играл. То есть, теперь броня показывается. То есть, то, что мы кожу надели и так далее. Так, мы один камушек взяли, у нас 6, да? Еще один камушек нужен. Так. Отличненько. Так, еще один, еще один, еще один. Чувак, иди сюда. Иди сюда, я тебе сказал. Вот какой риск, я, смотрите, я прям его догнать не могу. А, вот здесь, кстати, FPS-ик немного проседает у меня. Показывает 45. Это очень плохо. Даже 30 вот здесь вот где-то скаканул. Так, надо, нам надо чуть-чуть отойти сюда. Во, прекрасно. Разжигать мы его пока не будем, так как у нас нет потребности в этом. Давайте лучше порубим дерево. Так, еще раз вот здесь вот. Деревце порубим. Возьмем стройматериалы. Кстати, лучше бы надо было сначала с проектом заняться. Ну давайте сейчас вот это вот дело дорубим. Посмотрим, может быть, здесь тоже поменялась анимация. Ну, где звук? Здесь уже, видите, звук по-другому ищет. Мы можем максимум 2 бревна брать одновременно. Или 3 даже, или 4, не помню уже. Да, 2 только мы можем одновременно брать. Так, давайте здесь дропнем это дело. Отлично. Откроем проектик. Посмотрим. Так, fire. Fire нам не нужен. А вот это вот дело нам нужен. А может быть, домик сразу построить, а? Или сначала временно построить себе. Так, здесь окна. Угу. Кастрюля, чаган, можно сказать, да? Ну, давайте для сохранения, да, такое временное убежище. Здесь воткнем куда-нибудь поближе к костру, вот здесь вот, да, чтобы мы смогли сохраниться. Сейчас мы с вами веточки найдем, листья и так далее. Так, ветки, ветки побольше веток. Что-то этих индейцев не видать, да? Кстати, смотри, аборигенов я не вижу вообще. Раньше они сразу тут как тут, как будто прям им кто-то по смс сказал, вот тут чувак новый ходит. Правда, мне вот анимации этого дела не нравится, когда вот мы топором там пытаемся кого-то зарубить или чего-то зарубить. Во! Превосходно. Теперь смотрите, у нас есть C, это сейф, если мы подходим сюда. Мы можем сохраниться и также мы можем лечь спать. Спать я, конечно же, не собираюсь. Давайте сохранимся. Превосходно. Мы теперь сохранили эту игру. И если нас убьют, то мы сможем отсюда прям начать. Я надеюсь на это. Если, конечно, сохранилки тут работают. Я ищу пока... Зря... Зря. Ой, ой, зря, ой, зря, дорогие друзья. Давайте выпьем что-нибудь такое, да? Вот так вот. Тут. Сникерс покушаем. Отлично. Теперь мы сыты и пить мы не хотим. А, также мы сможем здесь рыбачить. Я так понимаю, да? Так, ну ладно, давайте домик сначала построим себе. Какое-нибудь убежище. Вернемся сюда, подальше далеко отходить не будем. А, вроде бы по периметру пока аборигенов нет, этих индейцев. Хотя они бывают и... Смотрите, какая красота, какие деревья огромные, большие и красивые. А, стоп, еще раз. Еще мы там кого-то зарубили, да? Вот это вот домик хочу построить, здесь вот прям. Так, выход он у нас будет... Ар, это у нас поворачивать, превосходно. Как мы сделаем, наверное? Мы, наверное, с вами вот так вот. Окошко, наверное, сюда, да? Или нет? Вот так вот наверное, сделаем. Я надеюсь, будет все нормально работать. Так, бревна, бревна. Мы здесь уже как-то с вами рубили эти бревна.
продолжим-то дорубить, я уже там не помню, куда эти бревна дел, они, может быть, даже и исчезли. Хотя, возможно, и нет. Прекрасно. Рубись, рубись, красавица. Ну, наконец они убрали, конечно, этот звуковой эффект там. Дзин-дзин, помните, да, когда дерево падало? А, как-то нереалистично. Ну и очень шумно, мне казалось, это дело выглядело. Так, ну что ж, бревна давайте сюда отнесем. И начинаем с фундамента. Как это обычно бывает при разных строительствах, да? Так. Вот здесь вот. Ну-ну-ну. Деревья тут, конечно, не растут. Но их очень много. Поэтому нам придется временно... Вообще здесь в коопе надо как-то попытаться, да? Повыживать. Кооп тоже интересная штучка. И мне кажется, может быть, возможно, если вы... Если вам нравятся такие игрушки, и где люди выживают вместе... Совместно, как говорится, да, прикрывая друг друга спиной, то, возможно, будут такие рубрики у нас на канале. Так, хорошо, идем сюда. Ой, небольшой подвесон, заметили, да? Просадка FPS у меня. Хотя у меня, смотрите, видеокарта 780. Так, давайте зайчика заберем. Ага, забрали. Он уже убежал. Комп у меня вроде бы нормально, и вообще оптимизация здесь более-менее так себе, да, нормально. То есть, если в других играх там бывают даже и вылеты и так далее. Хотя эта игра уже давно разрабатывается, возможно, может быть даже, не знаю, там, ну, я бы не сказал, что там целая корпорация этой игрой занимается. Они тоже начали с нуля, то есть, подали заявку в Steam, там поддержали проект, сделали ранний доступ, люди купили, очень много людей купило этот продукт, и за счет этих покупок они делают такую игру. Но радует то, что они не бросают. То есть они, понимаю, долго, да, как бы разрабатывают ее, но факт в том, что они разрабатывают ее, они ее дополняют. Здесь даже вроде бы по слухам обновили движок. Кстати, смотрите, у нас уже закат, практически почти. Да, скоро стемнеет, поэтому нам придется лечь спать скоро. Ночью как-то здесь ходить не знаю. Ну, некрасиво. Ну, непонятно. Ну, очень страшно. Эх ты, Римас, пугливый. Пугливый Римас. Смотрите, какая красота, как это солнышко-то светит. Это у нас запад там. Так. Помните, да, мы как-то с вами в пещеру попали, но там была полная жесть. Там какая-то матушка их, которая напала на нас, и я там просто визжал и орал. Ну, когда, помните, нас захватили в плен, то есть убили. После того, как нас убили, я оказался в пещере, и мы там пытались выбраться из пещеры. Так, что мы с вами построили? Давайте посмотрим. Очень много бревен, то есть мы 10 всего лишь нарубили из 89. Потом нам придется сделать, то есть крафтить, и можно даже назвать на русском, собрать или изобрести двери, окна и все это дело. И потом мы сможем с вами в безопасности себя чувствовать. Так. Ну-ну-ну. Вот видите, здесь какие-то вот бывают проблемы. А, нет, это не проблема, это у меня просто силы истощились, смотрите. Да, неужели я так давно-давно не играл, я эту планку, а нет, помню, у нас уже была. Я как раз ее ввели. Силы истощаются быстро у нас, потому что мы голодны. Прекрасно, я-то думал, может быть, какие-то лаги у нас тут происходят. Нет, все чики-поки, это я туплю, это Римас тупит, Римас какой позор. Так, ну что ж, у нас уже темнеет. Где-то здесь бревно было у нас. Ай, какая красота. Теперь нам надо пожарить. Си. Давайте покушаем с вами. Прекрасно. Сейчас самое главное, не пережарить или не сжечь свой обед. Ужин, можно сказать, уже не обед, а ужин, да?
Да, ребят, смотрите, какая красота. Уже стемнело. Романтично это все выглядит. Красивые джунгли. Ну, места тут, конечно, опасные. Конечно, они завораживают и тянут своей красотой. Но кто знает, что здесь нас ждет. Наша задача — найти своего сына. Выжить. Сделать себе дом. Построить домик, да, как говорится. Посадить дерево и найти сына. Это точно. Так, ну что, забираем? Съели? Да, съели, мы прекрасно, мы теперь сыты. И мы можем теперь лечь спать. Сначала сохраняемся. И ложимся спать. До следующего утра. Еще раз. Еще раз. Я-то думал, утро сразу будет. Нет, так здесь, наверное, каждые 3 или 4 часа, да? Что такое? Что такое? Мы что, голодные, что ли? Мы пить хотим, да? Да, мы хотим пить. Прекрасно, мы теперь выпили. Сочничок, конечно, у нас быстро так начался. Ну что ж, друзья, давайте мы на этом с вами остановимся. Давайте я еще раз сохранюсь. И в следующей серии с вами уже попытаемся достроить свой дом. Потом выйти на вылазку какую-нибудь. Надеть себе броню. Добыть себе пищу, как говорится, и начать искать своего сына. Ну, посмотрим, посмотрим, как там у нас все получится. Ну, а с вами был Римас, подписывайтесь на канал, всем удачи!